Здравствуйте, меня зовут Светлана, я являюсь инструктором групповых программ сети Gold Fitness. Сегодня я расскажу вам про стретч. Для чего же нужна растяжка? В первую очередь она нужна для эластичности мышечных тканей, а также укрепления суставов. К тому же растяжка позволяет вам лучше себя чувствовать. Ну что, начнем с верхней части, разминаем шею, добавим повороты головы вправо и влево. Тянитесь ухом к плечу и тянитесь за макушкой вверх, копчиком вниз, позвоночник всегда у вас прямо. Добавьте наклоны головы вперед и круговые вращения от правого плеча к левому. Все движения у вас плавные, без рывков. Чувствуете, как мышцы растягиваются. Далее переходим к боковой поверхности, вытягиваем левую руку вверх и уходим в наклон. Раскройте грудную клетку, поднимайте взгляд в потолок и тянитесь пальцами рук в пол. Ягодицы оставляйте прижатыми к полу. Далее выводим руку в диагональ и тянемся за пальцами рук. Опускайте руку вниз и поменяем правый рукав вверх и уходим в наклон в левую сторону. Снова раскрываем грудную клетку, не отрывайте ягодицы, тянитесь пальцами в пол, чувствуйте растяжение боковой поверхности. Уходим в диагонали, также за пальцами рук опускайте плечи, лопатки. Мягко опускаем вниз и возвращаемся в исходное положение. Круг плечами назад, вытягивайтесь за макушкой, копчик опускайте в пол и растягивайте позвоночник. Положение сидя, стопы на ширине таза. Круг, плечами назад, прямая спина. Опускаемся в наклон. Старайтесь тянуться животом, грудью вниз. Оставляйте плечи сзади, за макушкой вытягиваемся вперед. Вытягивайте копчик назад, растягивайте заднюю поверхность. Старайтесь опустить пальцы ног на себя. Делайте глубокий вдох с выдохом. Поднимаемся вверх, уводите правую ногу назад, пятка к ягодице и снова уходим в наклон, оставляя колено прямое, стяните пальцы ног на себя, опускайте живот, грудь к бедру. Все движения плавные, аккуратные, без резких движений, усиливайте натяжение всегда на выдохе. Хорошо, снова делаем вдох с выдохом, поднимаемся вверх. Отрываете правую пятку к ягодице и растягиваем переднюю поверхность бедра. Опускаем вниз, меняем положение и левую ногу уводим назад. Снова уходим с прямой спиной в наклон. Делаем глубокий вдох, с выдохом мягко поднимаемся вверх, поднимаете пятку левой ноги к ягодицам, растягиваем переднюю поверхность левой ноги. Аккуратно опускаем вниз, возвращаемся в исходное положение, раскройте шире тазобедренный сустав, толкните таз назад, живот, грудь вперед, круг, плечами назад, через сторону делаем вдох и с выдохом с прямой спиной снова опускаемся вниз, тянитесь животом в пол, старайтесь положить локоть, предплечье в пол, растягивайте внутреннюю поверхность бедра. Делаем вдох и с выдохом усиливаем натяжение, выпрямляем руки вперед, опуская грудь, живот в пол. Возвращаемся в исходное положение, аккуратно поднимаем корпус вверх, собираете стопы перед собой. И растянем стопу
тяните пальцы ног от себя и к себе. Снова от себя и к себе. Вытягивайте пальцы ног, зафиксируйте. И удерживайте в течение минуты в данном положении. Далее переходим с вами к верхней части корпуса, к груди. Мышцами груди через стороны делаем глубокий вдох, поднимаемся вверх и уходите в позицию четырех точек. Нейтральное положение спины, ровное от макушки до копчика. Делаем вдох, с выдохом выгибаем круглую спину вверх, тянитесь позвоночником в потолок, округляя спину, подтягивайте ягодицы к себе. Снова делаем вдох, с выдохом опускаемся вниз, прогибаем поясницу, копчик в потолок. Удерживайте данное положение в течение нескольких секунд. Снова делайте глубокий вдох, с выдохом вытягиваем руки дальше от себя, опуская плечи, грудь в пол, растягивайте мышцы груди. И из этого же положения потянем плечи. Левая рука ныряет под правую, раскройте грудную клетку, тянитесь пальцами рук дальше от себя, поднимая взгляд в потолок. И меняем положение в исходное, снова тянемся грудью в пол. Также с правой, правая рука ныряет под левую, раскройте грудную клетку, поднимайте взгляд в потолок. И возвращаемся вперед, опуская плечи, грудь, тянитесь больше в пол. Делаем вдох, с выдохом толкайте таз дальше на пятки, вводите ладонь назад и вверх. Расслабьте полностью все мышцы и отдыхаем. Растянем мышцы спины, поставьте пятки ближе к ягодицам, делаем глубокий вдох, с выдохом выталкивайте таз вверх, соберите ладонь в замок, тянитесь пальцами рук ближе к стопе, выталкивая таз вверх, растягивайте поясницу, нижнюю часть спины. И для того, чтобы усилить натяжение, аккуратно поднимаем руки вверх. Толкайте руками ягодицы выше вверх, растягивая поясничный отдел. А также можно проводить растяжку с помощью специальных гамаков. А в чем прелесть растяжки в гамаках? То, что идет плавное растяжение без резких движений. Итак, потянем спину. Уходим в наклон в гамак. Вытягивайтесь руками дальше от себя. Тянитесь копчиком дальше от себя. Растягивайте позвоночник, растягивайте спину. Делаем вдох, с выдохом мягко поднимаемся вверх. Беритесь, перехватывайтесь руками за поручни гамака. Вытягиваем ногу вверх. Тяните носок на себя. С помощью поручней мягко, плавно опускаемся вниз. Также тянем живот к бедру. Пальцы ног опускаем на себя. Поднимаемся вверх, развернитесь боком и также мягко опускаемся вниз, наклон. Старайтесь опустить ладонь в пол, подтягивая грудь к бедру. Не отрывая ладони от пола, разворачиваемся вперед, спиной, поворачиваясь спиной к гамаку. Растягивайте заднюю поверхность. Аккуратно сгибаем ногу в колени. Перехватывайтесь ладонью за колено. Мягко поднимаемся вверх. Перехватывайтесь за ручки гамака. Снова разворачиваемся спиной к гамаку. Держитесь руками за ручки. Мягко, плавно толкаем ногу дальше от себя назад. Растягивая переднюю, заднюю поверхность бедра.
меняем положение, меняйте ногу. Также другой ногой. Мягко опускаемся вниз, наклон. Кому позволяет растяжка, можете растягиваться без поручни гамака, мягко, плавно опускаясь в наклоны. Поменяем положение, уходим вниз. Снова меняем положение, разворачиваемся спиной к гамаку. И также, кому позволяет растяжка, можно растягиваться без поручни гамака. Мягко поднимаемся вверх. Аккуратно согните ногу в колени, через ладонь поднимаемся вверх и опускаем ногу вниз. Итак, мы с вами растянули мышцы всего тела. Для лучшего результата лучше всего проводить растяжку 3-4 раза в неделю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.